Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Премьера на сцене драматического театра ТОВ. Психологическая драма в одном действии Ингмара Вилквиста «Ночь Гельвера». Это спектакль предупреждения, напоминание о том, как рождается фашизм. Герои драмы «Ночь Гельвера» – два человека, которые пытаются выжить в сумасшедшем мире. Это исследование драмы двух людей – молодой женщины и отстающего в развитии 30-летнего парня, которого она взяла на воспитание. Сплетение их психологии, диалектики любви и унижения. Он видит мир глазами маленького ребенка, любит играть в солдатики и с непосредственностью пересказывает страшные события, которые происходят вокруг. На улице тоже играют в солдатики, только не понарошку. Слабоумному Гельверу нравится ходить с флагом под звуки марша, но он еще не знает, что является одним из тех, от кого чистят нацию. Режиссер Роман Колотухин. Начало в 18:00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. На концертную ретро-программу в парке Чиир приглашает Приморская филармония. Начало 18:30, стоимость билетов 500 рублей. Комическую оперу «Любовь к трем апельсинам» дадут на приморской сцене Мариинского театра. Чем прекрасен апельсин? Да всем. Веселый цвет, безупречная форма, восхитительный вкус и аромат. Хочешь – любуйся, хочешь – ешь. Верти так и этак – все одно удовольствие. Может быть, поэтому именно вокруг трех апельсинов закручен нелепо увлекательный сюжет знаменитой сказки Карла Готце. А в 1919 году Сергей Прокофьев написал по мотивам этого сюжета на свое великолепное либретто блестящую комическую оперу. Начало в 19:00, стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. На спектакль «Юморианцы» или «Мучения хореографа» во Дворец культуры железнодорожников приглашают «Рустика» и театр танца Антона Косова. Это спектакль рассуждения на тему «Что же такое идеальный танец?» или «Как поставить номер, который понравится любому зрителю». Начало в 19:30, стоимость билетов 300 рублей. 21-й байк-фестиваль, приуроченный к открытию мотосезона, пройдет на Приморском кольце. Уже более 20 лет на мероприятии собираются свыше 1000 мотоциклистов со всего Дальнего Востока. Публику уже ожидает эффектное шоу. Начало в 12:00, вход свободный. А в старом дворике ГУМа пройдет открытие сезона уличных фестивалей. Гостям представят творческую ярмарку, книжное шоу и дневную танцевальную вечеринку. Около 40 участников предложат авторские подарки, одежду и аксессуары. Также в рамках открытия сезона пройдет книжное шоу «Кот Бродского» – интеллектуальный стендап, где участники читают специально подобранные книги и рассказывают о них на мероприятии. Начало в 12:00, вход свободный. На музыкальную сказку «Буф. Кот в сапогах» приглашает театр «Кукол». Всем известная сказка Шарля Перро в остроумном пересказе драматурга Николая Шувалова поставлена в стиле классического французского театра «Буф» как пышное музыкальное представление с роскошными декорациями, костюмами, обаятельными куклами и множеством трюков и превращений. Начало в 12:00, стоимость билетов 270 рублей. Открытый урок по хаслу пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити». Хасл – это современный парный танец для вечеринок, доступный каждому вне зависимости от наличия танцевальной подготовки. Начало в 13:00, вход свободный. Концертная программа «Ради жизни на земле» к предстоящему празднику Победы состоится в Приморской государственной картинной галерее. Сколько бы лет не отделяло нас от победного мая 1945-го, этот праздник останется самым светлым и трогательным для нас. На концерте прозвучат популярные песни военных лет и созданные в последующие десятилетия любимые песни и стихи о грозных и героических годах. Для вас выступят артисты Приморской краевой филармонии и квартет русских народных инструментов «Садко». Начало в 16:00, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. На спектакль «Волшебник изумрудного города» приглашает театр молодежи. Начало в 12:00, стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Первый этап чемпионата и первенства Приморского края по картингу пройдет на Приморском кольце. Начало заездов в 13:00, вход свободный. А на приморской сцене Мариинского театра исполнят оперу Джакомо Пуччини «Тоска». «Тоска» – одна из самых известных оперных постановок, которую сегодня ставят довольно редко, так как в ней представлены сложнейшие партии для тенора, баритона и сопрано. Начало в 17:00, стоимость билетов от 400 до 1200 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.